за вакантный титул чемпиона WBF International в среднем весе. 10-раундовый поединок. Супервайзер боя, руководитель департамента профессионального бокса Федерации бокса России Олег Агеев. Рефери в ринге Алексей Козлов. Боковые судьи Андрей Курнявко, Александр Калинкин. Да, заглавное и главное событие. Сейчас начнет, друзья, титульный бой. На чемпионский пояс. В синий угол ринга боксер из Челябинска Андрей Томащук. Bilamizki, kanalimizda sportga qiziqadigan akalarimiz juda ko'p. Sizlar uchun kommentariyada ishonchli silka qoldirdim. Omad silkasi orqali o'tib, barcha sport turlaridan mo'maygina pul ishlab oling. Saytga o'tib ro'yxatdan o'ting. Hisobingizni xohlagan summaga to'ldiring va sizga va'da qilingan 3 million so'mni qo'lga kiriting. Претендентов на вакантный пояс чемпиона WBF International в среднем весе. Синий угол ринга боксеру 36 лет, рост 170 сантиметров, вес 72 килограмма 300 граммов. Проводит свой 19-й профессиональный поединок. Из России, из Челябинска, Андрей Томащук. Красный угол ринга боксеру 24 года, рост 180 сантиметров. Вес 72 килограмма ровно. На профессиональном ринге провел 7 боев, одержал 3 победы, все 3 нокаутом. Потерпел одно поражение и в 3 боях зафиксирована ничья. Из города Бешарык, Узбекистан. Бахрамжон Б.Ф. Фазилов. Рефери в ринге Алексей Козлов. Сейчас Фазилов изобразил атаку, но тут же Тимощук пошел реваншироваться. Ну и в общем Тимощук сразу занимает центр. Тимощук занимает центр ринга. Боксер опытный. Я думаю, что он дает поработать сейчас Фазилову. Посмотреть, что он может сделать. Вот что
Афазимов. Что есть в арсенале, как он выбрасывает этот удар, какая траектория этих ударов. Фазилов явно перестрелял после этого небольшого затишья, которое было в самом начале раунда. Фазилов просто перестрелял и нанес много точных ударов. Ясно после того, как Фазилов включился и начал вносить акцентированные удары. Да, совершенно верно, у нас остался бой, главный бой вечера, весовой категории до 55 килограммов, между Николаем Потаповым и Оскаром Ричардом Дюком. Восьмираундовый поединок. И если я правильно помню, то Николай Потапов, он представитель промоутерской компании «Солита Боксинг». Американской промоутерской компании. Так. Бах-бах-бах-бах-бах. Дамы и господа, рефери этого боя Алексей Козлов остановил поединок через 2 минуты 21 секунду первого раунда. Ввиду невозможности боксера синего угла продолжать поединок из-за травмы, победу техническим нокаутом одержал и завоевал пояс чемпиона WPBF International в среднем весе Бахрамжон Фазилов!